ПМФ 2017 в Санкт-Петербурге, день военно-морского флота. И сегодня здесь погода прекрасно нас радует. Праздником. Спасибо. Можно заметить, что сегодня днем, сейчас где-то 11 утра, ну, дня, 11 дня, Дворцовый мост открыт. Именно сегодня вот решили, говорят, даже, может быть, впервые днем, специально для дня ВМФ, открыть 4 моста в Петербурге. Продолжает строй ракетных кораблей малый ракетный корабль. Командует кораблем капитан третьего ранга Владимир Козельцев. Составил корабельный удар. Командир корабля капитан-лейтенант Петр. Thank you.
подумайте.